Еще раз добрый день всем. Очень трудно выступать после такого душевного выступления Ольги, но надо возвратиться в сухую науку. Потому что и тема, о которой я сегодня буду рассказывать, тема трудная, важная. Информации будет много, и не только сегодня. Компания Vision совместно с лабораторией DEMFO создала уникальную программу BioIN, которой нет аналогов в мире. Каждый продукт этой программы – это инновация. Мы можем гордиться этой программой, но никто не стоит на месте. В пробиотиках мы и ученые во всем мире видим очень большие возможности, и поэтому работа с этими продуктами продолжается с огромной скоростью. Все меняется. Мы уже знаем и понимаем, что человек не может быть полностью здоровым, если у него есть дисбактериоз. Самый лучший эффект при борьбе с дисбалансом микрофлоры нашего организма достигается при использовании полной программы BioIN. Потому что BioIN – это 120-дневная программа коррекции микробиома организма, которая предотвращает причины, самые причины возникновения заболеваний на уровне клеточного метаболизма. Но и менее продолжительный прием симбиотиков оказывает влияние на организм. Потому мы представляем две мини-программы с симбиотиками. Это мини-программа BioIN Fast Fix, предназначена на 14 дней приема, и мини-программа BioIN Express Solution, предназначена на 35 дней приема. Чем такой прием программ пробиотиков отличается от полной программы BioIN, которую мы уже знаем? В основу мини-программ положен тот же подход к пробиотикам и восстановлению микрофлоры организма, как и в полной программе BioIN. Это значит, мы помогаем пищеварению, очищению кишечника и подготавливаем организм к приему симбиотиков с помощью продукта Digestico. Мы кормим бактерии и клетки пищеварительного тракта с помощью препарата Cobiotic, чтобы бактерии лучше обосновались и как можно дольше оставались жизнетворными в нашем кишечнике. Мы используем симбиотики, то есть смесь пробиотиков и пребиотиков, чтобы бактерии имели чем питаться. Но в мини-программе BioIN все это делает более интенсивно, быстро и узконаправленно. Мини-программы не воздействует так широко и глубоко на всю микрофлору организма, как полная программа BioIN. Мы не можем утверждать, что мини-программы откорректируют ваш микробиом, но они борются с дисбактериозом, быстро поможет избавиться от нежелательных симптомов, расстройств выбранных органов или систем и улучшит нашу микрофлору. Более подробно о каждой из этих мини-программ. Первая программа – BioIN Fast Fix. Это самая короткая программа, которая принимается всего 14 дней. В эту программу входит программа из трех этапов, и в нее входит одна упаковка продукта Digestico, две упаковки функциональных симбиотиков, одинаковых функциональных симбиотиков и одна упаковка продукта Cobiotic. Когда надо принимать эту программу из 14 дней? Для этого надо ответить на вопрос, как программа BioIN Fast Fix действует на организм. Действие всех мини-программ на организм можно разделить на две большие группы. Первая группа – это общее воздействие на организм, связанное с улучшением микрофлоры кишечника. Это прежде всего быстрое пищеварение.
Программа помогает устранить неприятные ощущения в желудке, боль в животе, метеоризм, диарею или запоры. Можно сказать, что мини-программа BioIn Fast Fix помогает потушить пожар нашего пищеварения, потому идеально подходит при таком симптоме, как диарея путешественника. Но очень важно запомнить одну вещь. Если хотим максимально хорошего эффекта, пока случится беда, а надо принимать программу профилактически, или в крайнем случае при проявлении первых симптомов или признаков расстройства пищеварения. Второе воздействие программы – это специальное воздействие на выбранные органы или системы, потому что во втором шаге программы мы должны переупаковки функциональных симбиотиков. Это может быть нам уже хорошо известные симбиотики при повышенной чувствительности, hypersensitivity, симбиотики для ухода за респираторной системой, respiratory system, симбиотики для костей, симбиотики для полости рта. Также тут можем использовать и симбиотики, предназначенные для мужчин или для женщин. И последний, седьмой симбиотик – это симбиотик с антиоксидантами. И в зависимости от того, какой симбиотик мы выбрали, от этого зависит специфика этой программы. Как употреблять программу BioIn Fast Fix? Конечно, начинаем с продукта дайджестика, но в очень больших дозах. Сразу начинаем по 2 капсулы 3 раза в день первые 2 дня. Чтобы как можно быстрее помочь нашему пищеварительному тракту подготовиться к принятию пробиотиков. Первого дня начинаем принимать и выбранные функциональные симбиотики. Чтобы достичь желаемого эффекта как можно скорее, то симбиотику сразу надо принимать в очень больших количествах, чтобы они могли бороться с дисбактериозом. В первые дни, первые два дня мы принимаем по 2 саше функциональных симбиотиков 3 раза в день. Потом симбиотики начинаем принимать по 1 саше 3 раза в день. Но и это довольно большая доза по сравнению с нашей классической программы, полной программы BioIn. В конце программы мы используем кобиотики, чтобы наши хорошие бактерии утвердились в пищеварительном тракте и остались дольше. Их применяем с 9 дня программы совместно с симбиотиками. Надо помнить, что эта программа предназначена для быстрого облегчения симптомов и профилактики. Она кардинально не изменит микрофлору организма на очень долгое время. Но эффект, когда нужен быстрый, она нам поможет. Вторая мини-программа – это BioIn Express Solution. Предназначена программа на 35 дней. Программа состоит из 5 этапов. И в состав программы входят 1 упаковка продукта Digestico, 4 упаковки функциональных биотиков и 2 упаковки биологически активной добавки кобиотика. Плюс в программу входит устройство для открывания саше. Когда надо выбирать программу Pre-Solution? Воздействие программы на организм можно тоже разделить на 2 группы. Общее воздействие – это в первую очередь восстановление баланса микрофлоры организма, лечение дисбактериоза, что главным образом связано с нормализацией пищеварения. Но не только при острых нарушениях пищи больше акцентировали в программе BioIn Fast Fix, но и при долгосрочных
хронических болезней всего пищеварительного тракта. Действие этой программы более широкое и распространяется на улучшение метаболизма всего организма, а тем самым и на другие органы системы. Конкретно это укрепление эпителия кишечника, который защищает нас от вредных веществ, детоксикация организма, укрепление иммунитета, профилактика обострения хронических болезней и другое. Особенно рекомендовано, когда человек принимает другие лекарственные препараты, негативно воздействующие на микрофлору нашего кишечника. Это, конечно, антибиотики, химиотерапия. А полную программу человек Биоин принимать не может или для этого нет времени. Мини-программ Биоин Express Solution очень подходит при восстановлении организма после серьезных болезней. Программа рекомендована как профилактика обострения сезонных болезней, особенно людям, у которых есть хроническое нарушение организма. Специальное воздействие на выбранные органы и системы этой программы. В мини-программе каждому надо выбрать 4 упаковки одинаковых функциональных симбиотиков, которые вам или человеку больше всего нужны. Это похоже на мини-программу из 14 дней Fast Fix. Все симбиотики должны быть одинаковыми. Все 4 упаковки симбиотиков должны быть одинаковыми, потому что программа должна как можно сильнее воздействовать на какие-то конкретные расстройства, которые нас сейчас беспокоят. Если человеку нужно более обширное воздействие на весь организм, то надо использовать полную программу Биоин 120 дней. Главное отличие от 14-дневной программы Биоин Fast Fix, эта программа больше делает акцент на Fast Fix программа больше делает акцент на быстрое уменьшение неприятных симптомов, когда у нас уже есть проблема. А 35-дневная программа Express Solution помогает организму излечиться или уменьшить саму болезнь или расстройство. Но надо помнить, что профилактика расстройства всегда дает более хороший эффект, чем уже попытка справиться с проблемами здоровья. Как употреблять программу Biein Express Solution? Принцип употребления остается такой же самым. Начинаем с продукта дайджестика в больших дозах. Первые 2 дня по 2 капсулы 3 раза в день. Можно быстрее помочь нашему пищеварительному тракту подготовиться к принятию пробиотиков. Симбиотики начинаем принимать не с первого дня, а только с 4 дня программы. Но начальные дозы тоже очень большие. Чтобы быстрее получить нужный эффект, это по 2 саше 3 раза в день. Потом симбиотики принимаем в уменьшенных дозах по 1 саше 3 раза в день. После того, как выпили 2 коробки симбиотиков, принимаем 1 упаковку БАДа Кобиотик по день, который кобиотики начинаем принимать в последний день приема первого курса симбиотика. Мы начинаем кормить бактерии и клетки кишечника. Это продолжается 6 дней. После кобиотиков принимаем второй курс тех же самых симбиотиков, опять 2 упаковки, которые тоже начинаем с максимальных доз, это 6 саше в день, и уменьшаем на 4-й день приема до 1 саше 3 раза в день. В
В конце программы мы используем вторую упаковку кобиотиков, чтобы наши пробиотики утвердились в пищеварительном тракте и остались там как можно дольше. Напомню, что эта программа предназначена для быстрой помощи организму бороться с болезнями или расстройствами, и действие программы будет продолжаться и после завершения приема. Особенно программа эффективна при профилактике обострения хронических болезней, в борьбе с дисбактериозом при приеме других лекарственных средств. Понимаем, что информация довольно сложная, и чтобы было больше ясности, когда какую программу принимать, мы подготовили несколько таблиц, с которыми вы сможете ознакомиться и после презентации. Первая таблица показывает сравнение функциональных симбиотиков, те, которые мы выбираем, в одной или в другой мини-программе. Ну, например, если взять симбиотик при повышенной чувствительности, hypersensitivity, при приеме этого в программе из 14 дней Fast Fix, больше мы ориентируемся тогда, когда уже аллергия нас мучает. Человек страдает от аллергии, и ему надо быстро уменьшить ту, чтобы его жизнь стала нормальным русло. Но при приеме этого же самого симбиотика в программе Express Solution 35 дней мы симптоматику, но там уже мы начинаем воздействовать и на иммунитет, и на иммунную систему человека, обращает, чтобы аллергия не повторялась. И если человек знает, что весна скоро, и он чувствительный, и часто в весне его мучают аллергии, ему эту программу на 35 дней надо принимать, чтобы аллергия его не мучила. Другой пример. Симбиотик для дыхательных путей. Симбиотик Respiratory System. В программе Fast Fix это чаще всего, когда человек уже заболел, его есть какие-то симптомы дыхательных путей, которые мешают ему жить, и он хочет быстро от них избавиться. Или, например, уже объявили, что в городе эпидемия гриппа, и ты еще не хочешь заболеть, это тоже идеально подходит. Это такая программа на 14 дней. Другая программа на 35 дней, это больше предназначена для людей, которые страдают уже хроническими болезнями всей дыхательной системы, они знают быть обострение или хотят помочь бороться со своей болезнью. В группу функциональных симбиотиков тоже входят и симбиотики для мужчин и для женщин. Они больше предназначены тогда, когда при приеме мы хотим воздействовать на нашу мочеполовую систему и систему. И если у нас есть острые проблемы, так лучше тогда использовать быструю, это Fast Fix. Если у нас мучают хронические проблемы этих органов и систем, лучше использовать программу на 35 дней Express Solution. Еще одна таблица сделана, чтобы сравнить все три варианта BioIn программы. Что главное понять, что эти новые мини-программы, они не заменяют, они дополняют полную программу BioIn. Если сравнить все три программы, мы увидим, что самый сильный, самый продолжительный эффект дает только полная 120-дневная программа BioIn. Но начинают действовать быстрее и сразу сильнее, когда нам это нужно.
воздействует на конкретную симптоматику и болезнь, не на весь организм. Мини-программы улучшают нашу микрофлору, помогает бороться с дисбактерией, но только полная программа Биоин корректирует микробиом человека, и это надолго. Мини-программы воздействуют на симптомы нарушения функции организма при болезнях, а полная программа Биоин воздействует на саму причину возникновения болезни, чтобы она не возникала. Бывает, что эффект от всех программ будет зависеть от того, как сильно нарушена микрофлора человека и как человек соблюдает все принципы здоровой жизни при приеме программ. Цены и предложения. Программа Биоин Fast Fix на 14 дней имеет одну месячную квалификацию CV190. Программа предназначена на 35 дней. Express Solution имеет квалификацию на 2 месяца и ее 380. Цена первой программы 240 УЕ, второй 480. Программы продажи появятся уже очень скоро. Следите за новостями, это вы все узнаете. После того, как слушатели эфира переварят эту информацию, вопросов появится еще больше. Дорогие друзья, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на адрес marketing@vip-rus.com. И специалисты лаборатории ДМФО и доктор Пацевичус обязательно ответят на все ваши вопросы, и информация будет доведена до вашего сведения. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на этом сегодняшний выпуск Vision News заканчивается, и в следующий раз мы с вами встретимся уже в августе, если быть конкретнее, 7 августа. Vision News уходит в отпуск, вот, но вы не беспокойтесь, с августа вы получите известник обычно.